Эх, Раст, так ты мне дорог. Да, вы представляете, сейчас здесь идет диалог между мной и Дроздом. Но насколько интересен этот диалог? И зачем он здесь вообще? Знаете, на этом сезоне борьба с читерами, или получение от них звездюлей, настолько нас истощило, что я уже снимал для вас как робот, зная, что я должен пойти кого-то зарейдить, записать какую-то перестрелку и дальше идти по плану сезона. Но атмосфера вестерн сезона ушла полностью, и я делал все на автоматизме. Вы могли даже обратить внимание на то, что я какой-то унылый весь, знаете, и неживой. Я лутаю, говорю, да, о, здорово, там, 5000 серы, о, пороха 10 тысяч, да, как это здорово. Да потому что мне уже было на это похер. Когда тебя изо дня в день душат и не дают выполнить то, что ты желаешь сделать и показать зрителям. И из видео в видео, например, сегодняшнее должно было выйти, там, пару рейдов и еще что-то, да. Такое же, как было прошлое. Это не то. Ах, бум, тыщ. Вот это дыра! Смысл данного рейда — это было снести эту хату и убрать оттуда воздушную турель. Но дом сам по себе ни о чем. По-моему, этот дом вообще соловика. Ну да, вроде бы интересно. А вроде бы как и не то. Нет, я вам совсем не про то, что я должен рейдить дома, где за одной стенкой по 100 миллионов серы и столько же пороха. Нет, это не то. И вообще мне не особо верится в такие видосы. Но хочется что-то прямо вот какой-то изюминки, чтобы было как-то хотя бы автор канала. То есть я был поживее, как сейчас вы слышите мой голос. Все вот это дело превратилось в какую-то рутину, закрутилось, завертелось, и я сам потерялся, думая о том, что вроде бы как я все нормально снял, а на самом деле это дерьмо. Нет, я могу вас заверить, что да, прошлые серии по этому сезону некоторые были прям хорошие. Здесь я не спорю, но не все. И поэтому хватит кормить дерьмом аудиторию, когда я знаю, что можно все это дело промотать. И похер на труды, которые были потрачены. Хочется чем-то удивить. Или проникнуть атмосферой человека, который меня смотрит. Или переживанием, когда тебя долбят. Или ты кого-то убиваешь, а выстрелит, попадет, а может быть он сдохнет. Хочется остросюжетности, когда зритель прям заинтересован, а что же будет дальше, а не выпустить идентичный видос, который был 2 дня назад. Поэтому проматываем все это дерьмо. Зарыжно. На синя. Стой, остановись, остановись, остановись. Стой, есть. 378 скрепа плюсом. Так, теперь будет зеленое. Ну, остановись. Нет. Почти идеально. И вот, пропустив где-то 4 нудных рейда, я вышел из игры. Но на тот момент я считал, что это круто. 4 дома подряд, куча лута. Но немножко о монотонности я забыл. И вот, я проснулся. Я готов снимать дальше. Я бодр. И мы с Рекерсом решили продолжить атмосферу вестерна и построить водонапорную башню, на которую он собирался поставить ветряки. Но, увы, что-то пошло не так. Я у коптера сдох, он обошел, короче, и здесь уже. Но я оставил этот коптер на этом, на турели. Не посмотрел, конечно, кто меня убил. Где этот чудо-стрелок? Я не вижу его. Вот, блядь, за Дроздом. Блядь. За остановкой, да? Да. Это читак, читак, ребят. Завалил, ублюдка. Там еще, еще. Филис. Дал тычку за печкой. Выпрыгнул. Еще одного завалил. Фулового. Тем не менее, один еще за печкой. Добил. Филис. Ой, одни хэды, я Леша. Еще один, что ли? Элевен.
почему-то сомневался. Шо, чмо? Твои друзья там отдыхают, лежат. Я минус. Он туда не подойдет на него. К тебе. Он подойдет, турели там 100 патронов было, резаюсь на около. Его друзьяшки могут себя залутать, они лежат за этой херней. Так, по мне. Но они идут себя лутать, походу. Блять, упал, открывать око я. ПВХ он там стреляет, а не по трупу. А, я понял. Перезаряжаюсь. Он за стенками? Да. Сейчас слева. Он для этого стоял. Друзьяшки его стоят за этим домом, по-любому. Он типа байтит на то, что он один. Ждут, когда он... Ракеты? А что? Меня? Походу. Не понял. Я вот на крыше сейчас не вижу никого с той стороны. Чекни там рекордс, чекни. Куда ты бежишь голый? Чекни у адеквата. Лестница стоит у тебя на стене, адекват. Бля, это мои лестницы. Я тут ничего не вижу, никого. What the fuck? Опа. Чё? Они у меня в этот доме. Что? Как? Не знаю, у меня нету кровати. Они уже шкаф вынесли, ёб твою мать. С одной ракетой разрывных? Железную, ну дверь железная одна-то была. Далее мы сделали около 15 попыток отбить хату адеквата, но постоянно прилетали хеды от товарища Элевена. Я не собираюсь вырезать каждый его хед моментальный, как только ты где-то высовываешься с префа, потому что я не хочу прославлять ублюдка. Самый главный пруф вы увидите сейчас. Мы с Эмбером на картах от нашей хаты ползли под хату адеквата и спрятались под фундаментом, никак не вылазя из него. Эмбер, наоборот, давай под фундамент, они ж нас не увидят. Ну, наверное. Давай, давай, давай. Спрыгнет, валим. Но не лутаем. Его будут сверху это чекать. Либо прыгать тоже. По идее, он должен сходить где-то вот здесь вот. У нас, Эмбер. В эту щель-то ему не надо прыгать. Сейчас будет спрыгивать. С пулемета. Тычка, пулемет. Дал. Смотри, 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 ты понял? Ага. Ты я понял? Я тычки ему дал бы. Я ни одной тычки не дал, Элеон. Пидрила. Да. Да, в этот момент я отвернулся, но это были буквально секунды, как он уже начал по нам зажимать. И то, что это был Элеон, совпадение? Не думаю. То есть вы сами понимаете, что это за чмо. Вот именно так адекваты и зарейдили. Он с каким-то лютым читом на стрельбу или макросом. И также в комплекте у него идет ВХ, где он своим тиммейтам всегда давал инфу, кто куда смотрит и где находится. Я, конечно, не спец по ВХ, но, возможно, он увидел то, что у адеквата одна дверь до бункера. И именно поэтому они пошли рейдить. То есть все вот это вот, то, что заварушка была возле нашего дома, это было люто отвлекалово. Он дал инфу пацанам о том, что все, идите рейдите, там у него одна дверь, все на изи, шкаф не закрыт бронированным стеклом, все, мы захватываем эту башню с одной ракеты. Вы спросите, а почему адеквата было с одной дверью все, да? Извините, не знаю, у него там, не знаю, то ли гаражки не ставились, то ли еще что-то, я, честно говоря, уже не помню. Но факт остается фактом. Именно Элеон спрыгнул и сразу же нас убил, когда мы вообще никак не палились. Все, готовы? Пошли, Эмбер. Да. Типа идем в наглую. Постоянно в прицеле, как вылезет, сразу стреляем. Слева он. На доме. Голова. Серго. Еще этот, да. Еще выше. Дал, да, дочку, да. Я тут. Сирись, сирись. Мне несколько хедов сразу. Я ему дал две тычки. Слим меня убил. Бегу к вам. Куча хедов. Я просто вижу, как вы сыпетесь, блядь, один за другим. И все, блядь, сразу хедшоты летят.
Заметил одну интересную вещь. Поначалу разлет отличный, и потом две пули подряд попадают мне в голову. Не знаю, что это значит. И при этом всех моих тиммейтов точно так же за одну секунду сбривают в голову. Пока мы бегали туда-сюда, потому что мы просрали все с основного дома, я решил сбегать в старый дом и найти там оружие. Но к этому моменту враг уже ушел. Они ушли. Сейчас. Куда-то. Домой они ушли. Они в лес уже где-то там стреляют. Я взял этот спасуху. Че там, Эмбер? Пока тишина. Опа, мы с тобой не залутаны, Эмбер. Внизу которые? Ой, броня лежит. Шловы, наверное, вылезали. Как они вылезали? 36 патронов у тебя. На тебе 36 патронов, на тебе Валеру. На всякий. Томик свой ищи. Кто-то идет. Я. Адекват. Далее мы заняли территорию адеквата и стали ожидать, когда рейдеры вернутся, чтобы попытаться их принять там, на территории. Но они не пришли. И при этом застроили полностью адекватовский бункер. А застроили они это дело в армор. Садимся тут? Вот здесь вот садимся, да. Адекват не хотел возвращать свою башню. И это понятное дело, он был на лютой дизморали. Хотелось просто выйти из игры и забыть про нее. Но я сказал, что эта башня должна быть возвращена любой ценой. Ибо это будет опора для читаков, чтобы рейдить нас дальше. Мы сели на два коптера и полетели фармить тонны серы и металла. Прыгаем на коптеры быстрее. Заводим. Боже мой, он совсем близко. Давай, он давай. Прям сзади, левей, рос левей. Вот это экстрим. Заполнили 4 инвентаря металлом, да, сульфуром, и будем плавить. Ага. И взрывать хату адеквата, возвращать ее обратно. Фух. Зафармлено. Короче, ребята, надо все в руду переносить. Я уже переношу. Железный. Слева. Не, слева это нахуй. А, железный, ну вон потом... железо. Ну вот, бери разрывные и... Гоу. На нахер, армор. Армор, блять. 800 разрывных. А какой здесь, низкий фундамент или высокий? Низкий. Ну, значит, еще сейчас разрывных скрафчу. Нет, моя гаражка и люк не закрытый, блять. Ну да, вот окно чисто выглядит, все. Угу. Все почистили, все абсолютно. Не, они выбрасывали. Они выбрасывали. Они говорили, что весь этот говнолут они выкидывают. Ну все. По-моему, пусто там. А нет, есть. Че там? Камень. 150. Камень. Да. Но у меня же каменный фундамент. Все. Выкидывайте эти пенетраторы сразу. Нет, а это тебе зачем? Ну, это я просто добил. Говорят, что этот читак у нас живет на У-17. Как раз там магазина. Видишь эту зенитку? Вижу. У него дом как типа как у поляков. У поляков. Поляков, да. Ну то есть шкафы. Как думаешь, она активная? Хочешь проверить? От ракеты можно уйти? В принципе, возможно, но маловероятно. Угу. Короче, нам кранты, мужик. Да давай, неси, залетаем. Мама! Мы с рейдом. Ой, что с тобой? Меня в воздухе три раза ударило.
Я заметил. Ну вот, как бы, типа, да. Здравствуйте. Че, он пиздюк на колонках сидит? А, кстати говоря, смотри, у него в окна можно зайти. У него нет решеток. Пошли за коптером. Турели я там не видел. Ого, так мы сейчас там полазим. Эта тварь-то, он вообще ходит на расслабоне с читами-то. Он по-любому там, прикинь, мы с ним, с тобой какой-то видео, клан забыл закрыть двери, там миллионы ракет, тысячи МВК там, я не знаю, и так далее. Я буду топовым. Обоссали читера. Да, типа рейд читера без затрат, за одной стеной там что-нибудь. Например, чувак с Аимом. Так, короче, надо штурмовухи сейчас взять и на коптере туда залететь. Ты эту миссию поручаешь мне, что ли? Ты уверен, что я справлюсь? Я же вроде сдал экзамен. Так что, мы к нему на крышу сначала, да, пробуем сесть? Ну да. Там турели есть внизу. Вах. Тут турель, если что. Она... Трост, Мирка есть? Блин, сейчас копье скрафчу. Минус. И рация. Так, пощелкаем. Что-то происходит? Почему-то шумит. Ну так она просто шумит, когда ты ее нажимаешь всегда. Ну-ка, блин, представляешь, это кнопка по самоуничтожению дома. Чпок вот так вот, бадюш, просто все в разные стороны. Ну что, полезли в окна? Турель не включается. Что не включается? В смысле, что не включается? Зенитка. А нельзя разбить вот эту коробку? По идее-то можно. И тогда там у них что-то отрубится. А ХП не показывает, да? О! Ты... Красава. Минус электричество. Сейчас мы им тут намутим. Ну-ка, если я в щель рожу суну. О! А, есть бинт? А, то есть мне туда не попасть? Ну, я тебя могу на коптере попробовать забрать. Я манал. Это была нормальная посадка, так что не надо. И опять-таки, возможно, это кому-то интересно, мы пролазили там полтора часа, разряжая турели. В конце концов, затащил Дрозд. Он сделал пристройки с внешки и через каменные заборы разрядил все турели. Так что я думаю, что вот это вот все полтора часа, да, это все дерьмо. Поэтому перематываем. Это может быть и твое тело. Давай. Не... Изи. Не сломал ноги даже, это баг. Вообще, это баг. Ебать, вообще пиздец, что за лютое дело. На крышу прыгаешь с любой высоты и при этом не получаешь дамаг. Лол. Блять, я... Я это видел. Так, жди. Подожди. Попал? Да. Мне на него сесть надо? Не-не-не, просто сейчас залутаешь его. Готовься, правую кнопку зажимать. Блять, ща. Целую, жена. По нам стреляют. Ну чё? Там херня, от... там херня. Херня? Забей. Во! Ой, чувак меня лутает. Я его убил, но у нас минус коптер. Чёрт. Я больше не буду этим заниматься. Подними. Дерьмо. Бля, минус топливо. Придется нычку открывать. Вон, гвоздомет ему оставим. Может, у тебя было топливо, чувак? О, 42 топлива. Забрал. Адекват, лутай его. Еще одну разбайтил. Молодец. У нас тут катастрофа была. Сейчас мы придем. Все? Все, что ли? Все. Так, мне нужна площадка. А вот, справа. Я думаю, справа, да. А вот здесь, ну проверь, проверь, треугольники не ставятся вот да, на эту штуку. О, о красава. И все, изи. Так.
Стержень, камень. Окно. Железное. Армированная дверь. Я чисто сейчас тогда сишки делаю и прям со всем этим добром летим туда. Угу. 19.4. Вниз. Аккуратно, аккуратно. Угу. Ну, топливо вытаскивать не буду. Не, вытащи, вытащи, вдруг чё, кого. Ну так и что? И что, Дрозд? Дальше что? Что мне это даёт? Ну, получается, мы можем прорвать, типа, одну стенку или дверь, что у нас тут, да? И вниз дверь. Сразу долбиться. Ага. Мы поводнём в тот же армор, и получается, это аутрум. Выгоднее. Такой, типа. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ой, это чё? Я магазин вижу? Да, 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 это магазин. И они там лут хранят, да, типа? Похоже. Вот, смотри. Так. Так они проще гаражку бомбануть, и мы окажемся на этаж ниже. Она же закрывает два этажа. А там могут турели быть. Нахер слышно. Там турели не слышно. Ну и лучше потратить 7 ракет, типа, чтобы разбить потолки. Сорок хп. Турель я слышу, хорошо. Да, турель есть. Да, вот, вон есть. Светят две. Две минимум. Не вижу. Ну, лазеры, лазеры. И она простреливает и там, и там, и там. Я понял, это сразу откисон. Так это треугольники, они что за треугольники? Вот эти, куда они приведут нас? Хуй его знает. Типа ниже. Но это уже основа. Давай попробуем адекват. Нам надо ниже, а там, как бы, я тебе говорю, в щель стрелять, я не знаю. У меня ракет нет. Все у тебя. В смысле? Я ж тебе сказал, забери ракеты, блядь, с ящика. Ты чем меня слушал? Если их там нету, блядь. Кого ты гонишь, блядь, там все есть. Ебать, я вот сейчас, блядь, слетаю, нахуй. Давай. Сука, не дай бог, блядь. Я же видел, там только граник, ебать, думаю. Ракеты тысячи забрали. 6 ракет, да, получается, я выпустил, да? Придется разрывухами. Либо адекват ждать. Опа. Опа. А что это такое? А это явно что-то. Да, система вот этой вот херни. Мы в основе, значит. Это прямо вот что-то прямо здесь лютое должно быть. Раз они здесь ходят через столы. Стекла, 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 кругом стекла. Ну? Ладно, извиняюсь. Ракеты лежали? Да. Ты сказал, сколько там? Я увидел только гранатомет. 9 ракет. Во, зашибись, там как раз сейчас нам сплэш нужен. Подожди, но в какую сторону нам идти? В левую или в правую? В армор? Подожди, а что скрывает этот армор? А, я такой тупой. Вообще забыл. Ой, видишь, я вдвойне тупой. Раз и два. За рейжену. И что у нас здесь? Да, это вход в этот какой-то непонятный бункер. Ну... И причем дальше идут стекла. Жесть. Я просто, не знаю, докину я отсюда сихи, если ты будешь мне светить. Бля, ну это жесть, мужик. Было не было. Короче. Нормально? Да, да. Все. Все. А я же гранатомет оставлял? Да, у меня. Да, если что, у нас есть граник, не парься. И что это? Блять, это просто а коробка справа? Армированная. Просто армированная коробка. А, блять, нихуя не понятно. А, смотри. Потолок. Чё? Ниже там просмотреть а. Можно щель, да? Да, там щель. Потолок поставишь, треугольник, чтобы мы проскочили туда. Аккуратно. Зима, ты жесткий. Ну, а больше никак оно. Угу.
Но вот это надо просто вот бежать как-то вперед, успеть со шприцом в руках, уже вкалывая его. Свечу тебя видно? Да-да, сейчас-то мне видно уже. А, ну все. Адекват, скинь мне ракеты и рискуй. Тебе надо попасть туда. Куда именно? А, вот, по потолку налево-вниз. Понял? Понял. Постоянно иди вперед со шприцом в руке и вкалывай его, когда упадешь уже туда. Светите мне, светите. Давай, все, свечу. А, давай подрасцветет внутри. Уже. А это будет. Тебе ничего не изменит. Ну, хочу. Понимаешь? Будет. Все, я здесь. Что там? Армированная дверь. Это вот они, получается, с центра поднимаются сюда наверх и по окнам. Походу раскидывают по армору. Я не знаю, а как они в армор что скидывают? Ладно, я пошел. Свети. А, свети, магазины, дрозд. Магазины здесь, слышь? Вот. Ты видишь магазин? Да. Ух, вот, я смотри, еле смотри. Выжил. Вот магазин. Там магазин? А, точно. Да. Но я не понимаю, как он там стоит. Он просто к стене стоит. Да. Как они до него достают? Чекай сверху, снизу, снизу, кровати. Они там резаются, понял? И снизу, видать, магазин достают. Ничего не понимаю. Сейчас отхиливаюсь. Дрозд, тебе кранты в твоем РХБЗ. Можно кидать по одной сихе вот в этот угол и хилиться. Не, лестницу я вам могу кинуть. Ну, кинь хотя бы, ну, сколько-нибудь. На всякий. Ну вот если ты в угол будешь вот прям вот. Но тебе туда. Сейчас пока что. Да, 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 да. Я туда и хочу. Забрал. То ты нет. Сюда в угол, а я туда в угол. И нормально. Так, сейчас подсвети мне адекватно. Вот так вот. Бля. Это страшно, да. Но очень. Мы не умрем. От одной сихи мы не... О, 63 хп, нормально. Тебя задамажило? Да. Но я же и все в порядке. На, адекват. Могу кукурузу кинуть? Мать. Хочешь кукурузу? Я 20 не. На крафт давай, поставил. Давай, ай, меньше хп. Так же. Блять, нет. Ну извини, я, по-моему, ближе к тебе кинул. Ты можешь чуть... Сука! Сюда, выше, блять! Я боюсь попасть на железную, понимаешь, стенку. Блять, еще не. Пизда, все, прощайте, блять. На кого ты гонишь? Боевой? Толк так него не будет. Че? Он зажигает, у него будет бахнуть. Нормально? Нормально, блять, заебал. Разрыв. 75. Опа. Это 4 магазина и ящик. Камень. Камня. Ну, кажется, вы нашли способ, как разрядить одну. Магазины пустые. Кого пустые? А эти залоченные, что ли, не пойму? Камень, ящик. Получается, вот здесь вот следующая, да? Вот здесь вот магазины тоже получаются, да, Дрозд? Да. Сейчас примерно. Посмотрим. Но здесь щели нету. Кажись, минус. Все. Дай-ка пройду. Нет, не минус. Простите. Адекват, дай-ка пройти. Она маленький пустой. Через... Клоссов нет? Через... Ну вот вон, ты ж видел в этом 4000. Через... Во, пошел отхил. Через одну, во. Что ли? Ну, получается, отсюда типа, можно кидать и кидать. Типа с вашей стороны должен быть. Ну, по идее, да, да. Там должна быть еще одна такая же быть кутка. У нас сих на один армор. Вот я вижу ниже еще армор у них за этими кроватями. Да. Все, походу. Все, ребят. Там ящики. Да, 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 я их увидел. А что за армор? Чё, 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 чё? Пулемет.
Армированные двери. Тот пулемет, не тот пулемет, который они у нас забрали, да? Нет, или тот? Нет, не тот, у нас скинованный был. Не тот, скинован был. Может, они раскиновали. Нет. А что вот это за лестница? С армор дверьми. Ну, это типа подъем. Так, еще лестница. Вот мы бахнули. Так подождите. Получается, у того... А. Опа. Там в любом случае надо типа бить железо и бить армор. Ой, блядь, какой выбор-то сложный. Ну что, пробуем армор бахать? Ну а что еще делать? Минус калаш. 3 хп. Давно есть. Есть, ребята, мы угадали. Фух. Только с двумя магазинами. Сука, камень обоссанный. Что там такое? Солома. Разбил. Там изучалка. Но остается теперь пойти на вот эти вот армированные двери тупо. Они ведут к окнам. Вот ты дверь разбиваешь, и все, и по бокам окна. А теперь проскиньте мозгами и подумайте, сколько часов геймплея вошло в данный ролик. Надеюсь, вам понравилось, и вы поставите свой царский лайк. Спасибо, ребят, за поддержку. Продолжение следует.